Следующие три круга. Сложнее. Комплексная выносливость с учетом работы мышц всех ног. На всем протяжении я не вижу людей выпрямленных. Вы находитесь вот в таком положении. Ваша задача, вы постоянно стоите и прыгайте. Допрыгнули, коснулись. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, восемь отрезков. После этого подбегаете к любой груше 15 раз. Жестко, одна нога, 15 другая. И старайтесь работать не раз ударили пауза, а без перерыва. Раз, два, три, четыре. 15 раз ударили, стоечку поменяли. Либо сзади, но я стараюсь стоечку поменять. То же самое и 15 раз. И аккуратненько идем сюда. Значит, смотрите, делаем два полных отрезка. А третий отрезок каждый из вас встал и просто вот отсюда по прямой дошел туда и там же еще раз сделал. 15 раз одна нога, 15 раз другая. Потому что третий отрезок, ну, он будет существенным. Первые два отрезка делаем стабильно, не обманывая ни меня, а в первую очередь себя. Вы будете обманывать полностью, да? Третий отрезок встали и отсюда допрыгнули до туда и сделали так же 15 раз, 15 другая. Так, обращаю внимание, поэтому сейчас... Второй номер стартует только тогда, когда первый номер оказался посередине вот здесь. Обгонять можно. Ну, понятно. Скорее всего, кто-то будет кого-то обгонять. Но самое главное, что кто-то обгоняет, соблюдал все эти отрезки с дотронуванием, дотрагиванием до мяча. Понятно? Приготовились. Так!